Следственный комитет Беларуси собирается возбудить уголовное дело в отношении главного акционера «Уралкалия» Сулеймана Керимова. Об этом нашим журналистам сообщил официальный представитель СК Павел Траулько. По его словам, предоставленные следствию материалы дают основания для возбуждения уголовного дела в отношении Керимова и иных лиц, в том числе и из числа граждан Беларуси. В числе других, на предмет причастности к совершению противоправных действий, проверяется также один из основных акционеров «Уралкалия» Сулейман Керимов. У следствия есть все основания для возбуждения в отношении него уголовного дела и объявления его в международный розыск. Следственный комитет России готов оказать помощь белорусским коллегам по делу «Уралкалия». Об этом журналистам сообщил Василий Пискарев, зампредседателя Российского следственного комитета. На данный момент белорусские сыщики не обращались к коллегам, но, как заверили в Москве, там готовы предоставить необходимую информацию. На данном этапе в Минске продолжаются активные следственные мероприятия. Собираются материалы, часть документов уже изъята, их изучают специалисты.